Ранее теплая весна этого года раньше обычного заставила принять меры защиты от паводка. Но, тем не менее, 12 марта стали поступать сообщения от жителей деревни Менлибаш. Талые воды подтопили несколько жилых домов. На место прибыла оперативная группа Заинского пожарно-спасательного гарнизона. Вместе с опергруппой во главе главой сельского поселения организовали работы по замене русла, по замене направления русла вот этих талых вод. Значит, в течение часа, буквально двух часов, вся эта работа провелась. Трактора, все эти единицы техники работали. Все это русло поменено, и отток талых вод в сторону частных домов на сегодняшний день прекратился. Еще один случай был зафиксирован в районе деревни Федотово. Руководством сельских поселений на месте был проведен ряд мероприятий. Ведется мониторинг мест с сильным скоплением снега. Заинск не относится к числу районов с угрозой паводка. И весна у нас проходит без происшествий. Все зависит от погоды в первую очередь, потому что если будет резкий спад температуры, то, точнее, спад или температура будет играть, то, соответственно, такой резкого напада талой воды его не будет. Заинский район к сообщению о подтоплении готов. Как отмечают специалисты, большую профилактическую роль на территории нашего района играют гидротехнические сооружения. Хорошо, что имеется Заинская ГРЭС. Она может весь этот момент контролировать, то есть регулировать подачу, отдачу воды. Ну и все зависит в нашем случае от Карабашского водохранилища. Все это у нас совместно, соответственно, и с Бугульминским гарнизоном идет совместное взаимодействие, то есть когда будет это спускаться вода в Карабашском водохранилище, потому что она прибывает уже на Заинское водохранилище. И, соответственно, в этот момент мы уже регулируем совместно. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Татарстана.